Слава Украине, привет всем от Полонского. По прилету беспилотника в Московской области. Самое смешное, что после того, как его сбила эта неуклюжая, эта никчемная российская противоракета, если она его сбила, конечно, ну, вроде сбила, да, то этот беспилотник навернулся на соседней улице с той, где проживает главная российская, всероссийская лгунья Маргарита Симоньян, пропагандонша. Без чести, без совести абсолютно. Ну, просто Геббельс в юбке такой, да? Это просто цирк, да. Она в ужасе, она бегает, она скачет, прыгает по телеканалам, рассказывает, в какой она была бедная, страшной опасности, в ужасной такой, да, и как она это все пережила. А я хочу ей напомнить следующую вещь. В плане трансформации ее, то, что она говорит, ее слов и ее выражений. Мы все прекрасно помним, как перед началом российско-фашистского вторжения в Украину та же самая Симоньян в прямом эфире заявила: «Ой, да что это Украина? Ну, 3 дня, это за 2 дня». Вот так и сказала, да, за 2 дня. 2 дня, ну шо? И теперь вспомним, да, когда она там торжествующе заявляла: «Мы захватили Ирпень, мы взяли Гостомель», чего, конечно, никогда не случалось. Потому что они что в Гостомеле получили звездюлей, что в Ирпене получили звездюлей. Вот. Не, ну, Гостомель они по большей части захватили, но с аэродромом там получилось у них бяка. Ну, неважно. А Ирпень вообще уши дохлого осла. Да, значит, и она рассказывала: «Взахлеб, да мы Киев, через день уже будем на Крещатике, да наши мальчики уже идут вперед». Потом с мальчиками что-то произошло. Часть осталась под Киевом. Часть сбежала и попыталась там контратаковать на Донбассе. Вот. И с выражениями, знаете, Симоньян произошла некая метаморфоза. От «Киев за 3 дня» до «Спасибо нашей ПВО, что спасли мою задницу». Как-то так это все выглядело теперь. Ну как там, Маргоша? «Киев за 3 дня» взяла, не? Или что-то другое взяла? А?